Так, и вот, вот она, вот она принципиальная схватка. 8 очков у нас разница, он выиграл. Да, играю я беленьким, это приятно. Но главное эту партию не проиграть. Потому что если я проиграю ее, то вот это будет совсем no good. Так, ну мы с ним еще ни разу не играли, давайте с же 5. Так, ну играет, кстати, уверенно. Играет уверенно. Давай чек тебе пропишем. Кстати, так обычно вроде не играют, но я не помню. UTM. Может даже DC, наверное, кстати, забрать. На D5 зависает. Но так у меня идея конь E4 и ловушка сезона. Нет ловушки сезона. Сюда. Так, ферзь D3 есть ход, если что. Солнце 6, ферзь D4. Наверное, так проще всего. Защитил все. Пешку лишнюю сохранил. Мне кажется, приятная позиция у белых. Причем без особого риска. Коин на e5 может пойти. Ладя на e1. Мне нравится позиция белых. Несмотря на стройные пешки. Стройные расстроенные пешки. Должно быть, я думаю, в порядке все. 15 подряд. Крамник смотрит за тобой. Есть такое, да. Кстати, смоб 5 нет ухода из-за А4. Сюда. Так, ну пока ладья e3 сыграю, хочу сдвоиться, и ладья e8 это зевок он c 6. Потому что там на e8 ладья провисает. Где-то ладья же 3 идея есть. Поддавить. Так, а конь c6 же все равно. Очень неаккуратный, неправильный ход f6, потому что теперь на ладья c6 d5 шах. А это все, это победа сразу, по-моему. Ферзь же висит. Ладья висит. Она взятия. Да, победа 1-0. Разгромиссимо. В принципиальной партийке против 2 500. Ну, по сути, партия за первое место. Теперь он, ну, вряд ли меня догонит уже.